Всем привет! Вы на канале Вот так Kids. И сегодня я зачитаю сказку, которую я придумала. Ну, просто переделала колобок в турецкий колобок. И хочу сразу сказать, все основано на реальных событиях. Ну что, начинаем? Жили-были дед да баба. И купили они как-то колобок, и пошли они на турецкий базар. И вдруг колобок заблудился, идет и навстречу ему заяц. Колобок, колобок, не надо тебе пешмани, чай скидку сделаю. Нет, у нас же все свежее. Нет, и покатился. А навстречу ему волк-грузин. Френд, друг, меха зайди посмотри. Нет, спасибо. Ну куда? Да и покатился. И навстречу ему медведь. Эй, дай доллар, бизнес хочу. Не-е-е. И покатился колобок как можно быстрее. И навстречу ему лиса. Милок, зайдешь, посмотришь. Можешь даже не покупать. Ну, посмотрю. И зашел. Вывод. Или турецкая мудрость. Надо иметь хитрость, чтобы заманить туриста. Ну, всем пока. До встречи.